Тем временем охота на покемонов продолжается. Только теперь подключились животные. В Твиттере один из пользователей, Ник Миллер, опубликовал видео, где его котик поймал покемона. Но не мультяшного, а что называется, настоящего. Хозяин был явно удивлен такому увлечению питомца. На видео видно, как котик разглядывает свою находку, играет с ней, но вскоре теряет к ней интерес. Кажется, летучая мышь уже не взлетит, но ночью она вновь, можно сказать, оживает. Хозяин явно не рад такому повороту, но снова успевает снять все на видео. Со вчерашнего дня ролик набрал более 7000 ретвитов. Внимание привлек не котик, а летучая мышь, которую подписчики сразу же окрестили Зубатом из покемонов. И вот в Твиттере просто постоянно пишут о том, что вот, мол, котик поймал Зубата, какой молодец, ему и шарик для этого не нужен. Вот такие вот картинки, например, размещают. Но, конечно, то, что кот поймал летучую мышь, это, в общем-то, удивительно, что для хозяина это стало лишь поводом для того, чтобы снять все это на видео. Но страшновато, на самом деле, когда котик такую вот мышку приносит, летучую.